А что конкретно произошло, когда вы встретились с Сакамото в последний раз? Он пытался сбыть поддельные реликвии периода Асука, а нормальных аргументов якудзы не признают. Но ты его отпустила. И теперь у нас с ним состоится важный разговор. Все сложилось как нельзя лучше. Лара, у меня звонок от Нисимуры. Он у себя в офисе, одновременной связи не выйдет. Бармен скажет, где его найти. Как всегда. Добрый вечер. Я полагаю, что Нисимура-сан ждет меня. А, леди Крофт. Он в своем офисе. Через холл позади вас. Я сообщу ему о вашем визите. Благодарю. Добро пожаловать, Лара. Тебе понравилась моя маленькая вечеринка? Я наслаждаюсь каждой минутой, Нисимура. Но когда приедет Такамото, мы можем доставить вам определенные неудобства, прошу прощения. Будь осторожна. Он становится опасным, когда его интересы пересекаются с твоими. Вы удивитесь, какой убедительной я могу быть даже с опасными людьми. Меня ты убедила. Я и сам могу быть опасным. Но, пожалуйста, отдохни, пока есть время. И удачи тебе. Покороче, мисс Крофт. Как вы понимаете, мое время дорого стоит. Конечно, Такамото сам. Я ищу один предмет — обломок меча, находящийся в собственности университета Васеда или находившийся, пока вы не украли его. Я не вор. И с вашей стороны было бы мудро воздержаться от подобных обвинений. В таком случае перейдем к переговорам. Я не представляю, о чем вы говорите. Разумеется, вы все понимаете. Просто назовите цену. Мисс Крофт, вы глухая? Я не знаю. Посмотрим. Вы будете умолять о пощаде, как в прошлый раз. Убейте ее! Убейте ее немедленно! Простейший этикет. Не приходить на вечеринку с пустыми руками. Несомненно, Такамото вернулся в свой пентхаус. Не иди за ним, Лара. Его люди будут ждать. Его приемная ловушка. Я знаю, что ты их любишь, но в данном случае это действительно плохой вариант. Если я не могу спуститься, я поднимусь. Как мне попасть на крышу? На крышу? Есть лифт. Осторожно. Наверху идет строительство. Лара, у меня плохое предчувствие. Поэтому мы должны решить проблему с другой стороны. А конкретно с крыши. Нисимура дал мне ключ от лифта. Я пошла. Странное место для мотоцикла. И какого красивого. Хм,
Это просто преступление держать такой мотоцикл на крыше. Видишь здание через дорогу? Это и есть резиденция Такамото. Он должен быть на верхнем этаже. Потребуется немного фантазии. За это Нисимура предъявит тебе счет. Что за вечеринка, если ничего не разбили? Разгон до 60 всего за 3 секунды. Осторожнее там! Внизу дороги намного лучше, чем наверху! Мотоцикле не буду. Становится все хуже. Это похоже на завод Якудзы.
Тогда посмотрим, нельзя ли прикрыть его. Знает о твоем присутствии. Мы увидим их одновременно. Выход есть всегда, Зип. Она оказала ему услугу. Смотрите, может, всюду. Теперь они займутся чтением. Больше, Лара, пожалуйста, будь осторожна. Какой чудесный вечер для прогулки. Ха, ты знаешь, что это значит. Я приму димингидринат. Я не боюсь высоты, Алистер. Зато у меня от нее кружится голова. То же самое я говорил ей в Боливии. Не хочу жаловаться, но мне нужно сосредоточиться, если вы не против. Thank you.
это долго не выдержит. Быстрее, Лара, они вот-вот треснут. Думаешь, ловушка? Да, будь осторожна. Я в порядке. Не хотелось бы повторять это. Тебе не следовало сюда приходить. Это мои владения, а не одна из твоих тухлых гробниц. Расскажи мне о мече, Такамото. Что насчет меча? Почему он так интересует вас, мисс Крофт? Дай мне взглянуть на него, и я скажу. Твоя настойчивость убьет тебя. Что делаем дальше? Ловим его.
Ты проявила неуважение ко мне. Ты ворвалась в мой дом. Ты убила моих людей. Я упростила твои платежи, а теперь я позабочусь и о твоей недвижимости. Ты говоришь об этом. Это самая ценная вещь в моей коллекции. Почему это? Я люблю добывать вещи, принадлежавшие мертвым англичанам. В данном случае крестоносцу. Некоторые поговаривают, что этот вояка был одним из рыцарей короля Артура. Не знаю, где этот идиот нашел артефакт, но он гораздо древнее 11-го столетия, когда вы ютились в хижинах из глины. И поэтому ты готов скорее умереть, чем расстаться с ним? Нет. Вот поэтому! На этот раз тебе не повезет. Твои движения неуверенные. Ты поплатишься за свою глупость. Я удовлетворил твое любопытство. Пришло время умереть. Да, Алистер, я видела. Вертолет Нисимуры ждет тебя снаружи. Отлично. Скажи ему, что он мой новый любимчик. Здесь. Я тоже рад, что все в порядке. Что с Такамото? Где он? Зависит от того, как он себя вел при жизни. Кстати, у меня есть кое-какие сведения о Джеймсе Ратланде. Не хочешь посетить Ганн? Безусловно. Африка один из моих любимых континентов.